Итак, ребят, всем привет. Сегодня у меня очередной выпуск. Выехал я сегодня копать с напарником. Сегодня у меня напарник появился. Не просто напарник, а элита. Элита! В каком смысле? Ну, в прямом. Золотая медаль, ребят. Золотая медаль. 11 класс закончили мы успешно. Получили много-много всяких грамот, дипломов, поздравительных листов, благодарности от мэра. Вот. В общем, сегодня с медалистом мы будем копать чермет. И вместе с ним будем зарабатывать денежки. В принципе, подписчики спрашивали, говорили: Сань, покажи, как ты копаешь чермет, сколько зарабатываешь. Но до этого вы, ребята, видели, как я обучающий для себя и для вас отснимал видеосюжет и показывал, как копать металл. Ну, в принципе, вы сами все видели. Накопал я на 2000 с лишним. В принципе, неплохо, неплохо. И сегодня мы хотим вдвоем накопать хотя бы ту же самую сумму. То есть посмотреть, насколько будет продуктивно коп, в смысле заработка. Все буду снимать, подробно вам показывать. Так что едем мы вот по такой лесной грунтовой дороге. Трясет очень здорово. Возможно, сегодня вы увидите много-много живности, а в частности косули, возможно, олени, ну, мелочь всяких, зайцев. Лис я не показываю, потому что как-то, ну, неинтересно. Ну и все, на этом закончу, наверное, вступление. Если вы меня видите, значит, у меня сегодня что-то получилось. Между прочим, я догадываюсь, что на этой деревне, куда мы едем, там уже у нас есть друзья-комрады, которые уже, наверное, копают. Я так понял тем, что сегодня суббота, выходной, свежие следы на грунтовой дороге вижу. Так что вот так вот, будем копать сегодня не в одиночестве, как обычно. Так что все, путь, дорога, еще осталось километров 5, и мы будем на месте. Ну и все, вступление есть, продолжаем, смотрим, будет интересно. Итак, ребята, продолжили мы здесь ковырять. Вот здесь мой старший ковыряет. Вот, в принципе, находки ничего заурядного нету. Мелочевка. Но встречается приятно, что латунь встречается. Железяки, железяки и железяки. Кругом железяки. Вон там я нашел глубокий большой сигнал. Макрорейсер зацепил, глубинник там ходил на прошлом видео. Вот, ну, решил подключить сегодня макрорейсер, и он там, в принципе, глубокий сигнал нашел, и сейчас мой старший его пытается достать. Посмотрим, конечно, сейчас, что за железяку я нашел, но какая-то она крупного размера. Фух, надеюсь, как можно крупнее будет. Какая-то толстая железяка лежит. Киркой я пытался подковырнуть, но вообще не двигается. Значит, вот так вот балка лежит, вот так вот. Ну, где-то полметра это точно. Приятный, конечно, звон, когда лопата чиркает по металлу, когда копаешь по металлу. Когда монеты копаешь, это совсем другое. Плюешься, ругаешься, а здесь просто как бальзам на душу. Жарко сегодня тоже, очень жарко, хоть и солнышко более-менее. Поддел. Сейчас посмотрим. Это у нас нож. Это нож от трактора. Ну ничего, пойдет. Итак, ребят, решили немножко мы перекурить, отдохнуть. Наковыряли, наверное, килограмм 50. Вот, и в принципе нормально. Некоторые вещи попадаются среднего размера. Крупничка пока не было. Были лемехи, вот ножи. Вот даже были старинные лемехи, когда еще лошадки пахали. Вот. Ну, в целом, килограмм по 5 максимум.
что если что-то попадается, а так в целом 2-3 килограмма. Ну и мелочевки тоже много. Вот. Сегодня у меня есть помощник, кто копает. Вот. В принципе, грандиозно, он еще ничего не выкопал. Наверное, сейчас возьму с собой на коп непосредственно камеру и поснимаю. Вот. Спрашиваю у него, как что. Он говорит, что? Говорит, ничего, нормально. Говорит, даже прикольно. Вот так вот, молодежи прикольно покопать какие-нибудь жестянки, всякие шестерни, механизмы и все прочее. Ну, им, конечно, это в диковинку. Это вам, как говорится, в штанах не бильярд катать. Ну и все. Вывез на природу своего сына отдохнуть, а может и поработать. Так что смотрим. Самое тяжелое, что мы здесь откопали, ребята, это... Ну что здесь? Только вот такой вот нож. Вот, куски тоже ножей малого размера. Итого в целом где-то 3 или 4 ножа мы откопали. А в целом мелочевка. Нет, получается 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 штук откопали. Ну а в среднем вот такие вот болваночки вообще радуют, когда откапываешь. Шестереночки тоже зачетные. Вот, так что копаем все, что сигналит, а причем сигналит цветным. А сегодня я копаю с макрорейсером и копаю зачастую, которые сигналы звонкие или же перегруз. С Аськой не получалось копать с перегрузом. Но все равно неплохо, я думаю. Сколько копаем, Сера? Час, наверное, да? Вот за час вот такое вот количество железа наковыряли. Ладно. Идем дальше копать. Итак, ребята, у нас там гости где-то есть. В той степи ходит Аська. И слышно сигнал. Ну и я хочу вам показать, как я копаю какой-нибудь сигнал цветной. Слышите, какой он, в принципе, длинный. И сейчас я здесь вот попробую его повернуть и посмотреть, что у нас получится. Итак, ребят, пытаемся две лопатой ковырнуть, что у нас там сигналило такое. Ну, что-то не очень большое. Вон она шкребыкает. И что это у нас? Какая-то болванка. Вот она, болваночка. Ничего особенного. Вот такая вот. Итак, ребят, очередной сигнал. Какой-то там под лопатой шкребыкает. И хотим достать его. Ну-ка давай, Серый. На вот мою супер лопату. Что у нас там? Ну, что-то не очень большое. Но все равно что-то было. Давай, там что-то есть. Что не видно. Ну-ка, сейчас проверю, где она. Там еще. Земля грубая, тяжелая. На, дай. Снимай просто, подержи. Лопатой как щупом. Чем-нибудь наткнетесь и в ту сторону копайте. Так, сейчас раззвоню. Смотрю, что-то сигнал я потерял. А, мы его выкопали. Вот такая лабуда. Это у нас от подшипника большого. Конической формы такой. Но такой вес, смысла вообще нету. Это ерунда.
Все, идем дальше, ищем крупный. Рядышком вот здесь вот был подшипничек. И вот здесь вот что-то крупненькое зацепил. Не знаю, насколько крупненькое. А, это у нас палец от трактора, от гусеницы. Вот такая штучка. Идем дальше. Итак, ребята, очередной сигнал. И радует то, что это у нас вот такой вот ножа. Фух, нож. Тяжко, тяжело, но радуют такие вещи. Я уже взвешивал, они стоят, весят 2 с копейками, 2 килограмма, грубо говоря, на 10 рублей. Вот такая штучка стоит у нас 20 рублей. Вот таких сотню накопать, и классно. Ладно, тащи ее к нашей добыче. Идем дальше, какие-то тучки у нас идут. Но ничего, не страшно. Здесь был нож, и там что-то похожее. Что там? Еще один нож. А что? Вот. Ништяк, переходничок. Нормально, тоже пойдет. Идем дальше. Итак, ребят, решили отдохнуть немножко. Вон там он, как раз асечник Камрад. Едет. Крадется. Сейчас узнаем, как он откопал. Копал по монетам, наверное. Итак, ребят, позади меня парни отъезжают. Оказывается, это мои старые знакомые, пацаны из Самары. В общем, в свое время как-то я их встретил с металлоискателем. Ходили верховые, что-то пытались найти. Но ничего у них не получалось. И они попросили рассказать о шурфе. Я им как-то что-то рассказал, как нужно делать. И сейчас они подошли, подъехали, не поленились. И поблагодарили за то, что я им уроки преподавал. Между прочим, они уезжают, в кармане у них 12 монет. Из них 3 серебряные. Так что вот так вот, ребят. Не поленились, подошли, поблагодарили. Хотят еще у меня уроки понабрать. В общем, пообщались. Неплохо, нормальные пацаны, адекватные. Вот, так что вот так вот. Куда я приезжаю, везде у меня какие-то знакомые. Везде узнают. Приятно, приятно. Ну и все, а сейчас продолжаем копать свой чермет. Уже накопали уже целую кучу. Вот, еще столько же и будем сваливать домой. А куча, ребят, у нас пополняется и пополняется. Уже вот такая здоровая. Это у нас пальцы от тракторов, от гусениц. Вот такие шестеренки очень тяжелые. И зачастую такой вот мелкий хлам. То есть уже, в принципе, добротно наковыряли. На ужин, на завтрак и на обед точно заработали. Эх, черт. Мы думали крупненькое, но, в принципе, вот такой в основном металл у нас сейчас идет. Пойдет, пойдет, по мелочи. Ну, приятно, идем дальше. Итак, ребята, сигнал, и решил я его заснять тем, что лопату чуть не сломал об эту хрень. Давай, Серый, поднимай ее кверху. Ох, какая, блин, фиговина. Сколько она, Серый? Ну-ка, попробуй приподними. Ну-ка. Сколько килограмм? Больше 10 точно. Да? Классно. Придем к машине, взвесим. Ну, давай, тащи. Классную находку сделали. Это, наверное, диск от трактора. Вот. С десяток таких дисков, и классно. Все. Все, классненько, классненько. Идем дальше. А ты тащи. Очень тяжелый, ребята, так что вот так. А в основном мусор вот такой вот собираем. Вот всякие, вот такие вот хреновины. Вот тоже хорошая. Ой, такая битком. В принципе, нормально. Итак, ребят, пришло время завершения видеокопа. Копали мы сегодня по чермету. Копать еще можно, но есть два но. Машина битком, то есть села. Нам бы выехать из этих бы, как говорится, кустов. Мы не на Ниве.
Да еще мушкара закусал. Я-то как-то привычный, а вот старший у меня вообще весь исплювался, изворчался, мухи его жрут. Ну, наверное, кровушка у него вкусная, вот они на него и идут. В принципе, откопали классно. В конце видео не покидайте, обязательно посмотрите, потому что металл будем сдавать. Естественно, я вам покажу, насколько чего у нас получилось. Так что вот так вот. Сейчас, конечно же, показухи, что и накопали мы сегодня. Машина, ребята, смотрите, как осела. Здорово осела. Смотрите, сколько нагрузили мы сюда металлолома. В основном вот такой вот металл. Вот столько, такое количество пальцев. Ну, в принципе, много пальцев было. Вот, но в целом по мелочи нагрузили. Надо будет сейчас мешочки купить и все это загрузить. Получилось примерно, я даже не знаю, ну, килограмм около 200, это точно. Ну и все. Сейчас я вам покажу, сколько чего мы сдали. Приехали на металлоприемку. Сейчас будем загружать. Ну а сегодня наши заработанные денежки. Вот они. Ничего особенного. Всего-навсего получилось 177 килограмм. Ну ничего, пойдет. На этом пойдет.